Блин, я сплю. Да, Петр? Если ты не будешь отпушивать, будет плохо. Я хмотаю за фризинглайн. Что? Зачем отпушить? Действительно. Действительно. Чтобы не добивать подвышкой крипов, чтобы вот так вот не было. Да, а так он будет нас двигать под свою вышку. Отличная идея. Окей. Если тебя отвигает трэш, то... Там вар тоже стоит. Не пуш теперь. А? Зачем она ходит по варду? Ну, она не знает, может. Давай, давай, бей. Они же... Все, что косма нас таких, да? Да. Прилично. У тебя Игнайт еще есть? Да. Я же бежала трешами без него. Нужен четвертый нам. Лисин. Ну все, поехали. А с пушкой плохо. Ну, сейчас. Может, по всякие позже не будем пикать Сару, будем пикать кого-нибудь, потому что все-таки играю. Ладно, ладно, я поняла. Скоро стан. 3, 2, 1. Нет, даже есть шансы. Да, блин. Давай, гнай, чёрт. Ходим. Не трогай крипов. Не собиралась.
Ой, зарекорился. Ну, хорошо. Ну да. Тебе нужно что-нибудь на базе? Да. Да? Ну, ты? Оба. Потеряю больше теоретически. Офигеть, там на топе все плохо. Голубь унизил, тут она просто в дерьмище. Наши крипы просто невероятно плохо сыграли на Готе. Я не знаю, как они это поняли. Просто пиздец. Нужно их убить еще раз, рекордов расставить. Да? Так, там шестая и будет. Че это за хара с бочкой? Бомбы верни. Тахин, возможно, есть где-то. Он пугает. Блять. Я понял, в чем моя проблема. Нет. Я оставлю сейчас. Опаньки. У меня есть стан. Если трэш выйдет, можно ёбнуть. Я очень далеко. Это очень здрасте. Где ты, Ви, грёбаный? Я тебе сказала, мы очень далеко. Ви была прямо рядом с... Нет, она была со мной рядом. Значит, она мне очень... Ой-ой. Убивайте этого пида. Борис, еще наш. Я считаю сейчас. Давай! Давай, Мишка! Забудь эту пачку и погнись. Вниз. Весь оформил доставочку. Чё говоришь? Говорю, Лисин, тебе халявную доставку на базу оформил. Спасибо ему за это. Я... У меня клавиши заблокированы не так. Я думаю, почему я пытаюсь играть, а у меня не играется. Из-за того, что после обновления же стоят здесь, поменяли настройки бинды клавиш. А я не играл, ну, как уехали на Гаммер. Mm-hmm. Но сейчас, я не знаю, я играю, настрою, потому что... Пипец, короче. Давай, Мишаня. Офигеть. Чёрт, пидор. Мишаня не успел ударить, и я завтыкал контролем Мишани.
Фу, Даймонд, насосал на Даймонд. Играть не умеешь. Так, у Грейса еще не было. Да, у него будет барьер сейчас его. Я тоже бэкнусь. Трэш ушел. Так, Трэш придет раньше тебя. Можно убить. Блин, этот Трэш вроде же был платным игроком, как он стал таким Трэшом. Отлично. Мы запушим, да? Стараемся. Да, мы запушим. Блин, там голубь летит. Нормально. Голубь просто летел. Полет просто. Пролетает над гнездом синего бафа. Я сгорю, нет, да? Черт. Грех вышлось. Слишком жесткий дэмэдж. Драть меньше, ничего не меньше. У меня боторг, наверное, улетел. Пробовали. Потому что нет, меня не Вайна не кидала. Есть вариант, что они были на КД, я не видела. Есть. Но мне нету дэмэджа боторга, как бы в логе. Вот такую вышечку. Другого дэмэджа. 190 голды отправилась на базу. Ладно, ты задефишь. Если они запушат, просто лучше остаться. Наверное. Нифигово пушат. Затыкай крипов, короче. Хотя они даже не дойдут, да? Не дойдут, дойдут. Шикарно. Фигурс. Что ты задолбал? Я собираю воду? Ну да. Еще лучше маску сначала, да. Тоже хорошо. Блин, пиздец какой-то карнавал на будет. Скоро ульта. Пятнадцать. Можно себе с ультом улететь, блядь. Нет, не всех. Давай, Ви. Вперед, есть ульта. Только не в лисина, пожалуйста. Я далеко, 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 друзья, флеша нету. У меня, кстати, тоже флеша нету, что-то я так нагло хожу. Если он инсектнет, мне я сдохну сразу. Нет. Давай, давай, давай. Я не достану, у него стану. Забей, запушиваем и давим его, если он останется. Давай. Просто 3-2 парня улетели. Да, я потихоньку начинаю переназначивать клавиши, все нормально. Сейчас сломали вышку, теперь как бы Грейвис выжил за это.
Генжи был прав. All hail Генжи. Ты взял, кстати, фоточку Генжи в шляпочке, да? Так. Мы не убьем его. Блять. Я умираю, короче. Все умирают. О, ладно, это было ожидаемо на самом деле. Да. Видите, два лайновых ВП стоят. Возможно, Израиль бэклся, конечно, тогда мы его можем простить. Да, давай, Грейс, сломай правильно, эта вышка не нужна. Беги быстрее, что-то. Прием. Ты не просила я его? Что? Меня утверждает, что, короче, я плохая женщина и, в общем, заставляю тебя отдать Анечку. Отлично, можно читать вне игры. Да! Нет, да. Я сегодня... Только что проебала пак грибов. Я сегодня, Эдуард, сегодня я читаю чатик. А то мне потом будет опять слишком спамить, там какое говно, я даже не знаю почему. Я действую по стратегии же, все. Они дракона забрали. Запушить еще покрытие на ней. Так вот. Ты меня забайтила драть с Анечкой за Эрой. Теперь говорят, что я тебя забайтила. Кто кого забайтил? Ставь ворот. Блин, ладно, уж на бот нужно идти. Нужны массовые орды. Чистый бог. Поэтому вот раз тебе придется апгрейдить. Эти скиллы. Ого. Ну, очень далеко. Израиль быстрее дойдет, у меня бы тика нет. Бесполезно, у тебя же... А, нет, нет, нет. Ну, она же дюзала на драке, на драке.
Нет, кажется, она на драке есть. Только что я юзала, просто я был в смолке, не видел этого, поэтому он до сих пор горит зеленый. Мужалок-то есть фигово. У меня скоро ДФГ. 500 голды. Или где-то секунд. Запушь этот пак. С тебя не убьют, конечно. Это я это боюсь. Что ж, мы там на реке встретились, страшно. Oh, неплохо. Ладно, эта игра прыгает. Ну, у нас... Не скажу, что мы плохо сыграем на лайве. Конечно. У нас просто стоят АФК, как бы два парка. А третий просто фидят в дерьмище. On all lanes. О, да ладно, смотри, парень догадался, что нужно идти вперед ему, а не мне, дебил, давай. Не вы так строг. Как же так, ты выбрался из своего мида, даже не леса, а мида. Зови. Давай ульти. Нет ульти. Ну че они так долго когда? Вообще он потратил, видимо, на голубя на так. Я не могу. Естественно. Не могу, не потому что... Знаешь, это было бесполезно, дрыша оракул. Действительно. Это помогло? Нет. Ну класс. Израиля какие-то из фантастиков. Зачем он всех репортит? Ноль пиздец просто. Yes.
Кого? Ну это кого надо просто. Или отдадут одного Лисина или? Писец, у меня там летели черти. Естественно, чуваки что творят. Ох, шит. Я не вижу. А, вовремя ДФГ! Даже нету ничего, интересно. У меня нету. Нет, типа вот. Шо? Ничего у нас все равно. Ну, они, наверное, тоже читают чатик стрима, как и я. Здравствуйте. Я бы хотела почитать чатик стрим. Это возможно? Я думаю, что на этот канал просто стоит задонатить парочку чемпионов и рун, и да, станет играбельным для того, чтобы ты ходил в лес. Нет, never surrender. No. We still have a chance. Yay! Вообще им нужно постараться раз 5 отдаться, как плотно. Они тогда сделали. Инсек на тянечку еще раз толпу, чтобы она вышка ебанула по всем. Там, кстати, до сих пор нет. Нет, кстати, Квин уже начинала задумываться о том, что их убивает. Она все равно дерьмо какое-то покупает. Она, скорее всего, соберет. Кулесос она соберет или. А больше можешь собирать, слышишь? Что? А вдруг? Владимир очень крут. За реальным-то вообще. Все это так, от ситуации к ситуации. Но они больше не такие тупые, не пойду сюда вместе. Ладно, нужно, я за дерево... Блин, у дерева вард стоит, чё? За дерево спрятаться. Так он регенится? Да, ингибитор регенится, давай. Ох, шит. Ох, шит. Нет, я не поведусь и не куплю бесполезные ботинки скорости. Писец, как так летает? Фига там бочали. Да. Черт, он теперь знает, куда нужно меня не сечь. Давай, Тиберс, у нас нет вардов, но ты большой вард. Ой, там Квин в экспеке! Офигеть. Давай, Джангл Энч.
Вот тварь. Бля, твоя полезность чел просто зашкаливает. Надо. Даже сесть. Может, все-таки я соберу лоту? Ну да. Но там уже ничто не поможет, поверь. Да? Ну да. Ну почему? Потому что... Мы еще можем выиграть, друзья. Еще парочка вылетит, мы выиграем. Давай, Владимир. Да, лужа, правильно, что потом... Ты такой пессимистичный. Такой пессимистичный. Почему пессимистичный? Это очень оптимистично, потому что я не выиграю мастер-рендер, потому что кто-нибудь... Ох, шит. Всегда может... Кому-то надоест играть 50 минут, или что? Я бы пошла по Вардилу, но... Да, тебя там убьют сразу. Я уже... Да. Да кого ж ты? Who's my bed? Голубь летит. Нет, голубь летит, не отдам своего медведика. Да. Видите меня. Diamond Yellow Goose. Я. Охранничка за работу. Челлендж. Что? Мне нравится читать комментарии. Там много. Я знаю много нового о себе. Нет. Чё, кто-нибудь сможет его догнать? Нет, никто, я думаю. Ого! Ты Грейс на базу пришёл. Как быть? Выгоните его. Друзья, у нас Грейс. Что вы нам посоветуете? Побежал. Наша база теряется. Теряет свою прочность. Судя по комментариям в чатике, там точно не знаешь, что делать. Почему он постоянно бесконечно? Большие томов я не куплю, нужно ботинки скорости приобрести. Израиль знает, как мы проиграем эту игру. Да. Ну что, голубь? Там кое свистнет мой ДФГ. Я спрашиваю про Малзахара, Леона, Брэнд Джангл. Но... Нет. Давай. Пофармила напоследок. Пофармила. Но для двух АФК и одного лидера неплохо держались. Или, в принципе, вначале приходило и помогало. Джи-джи! Ну что, друг, как-то хреново ты меня
Ты меня бустишь? Да. Да? Чё ты вообще? За что я сосала? Не идёт Илла? Да за что я сосала? Разве я на это сосала? Не, ну вообще я не знаю. Хочешь, давай еще раз поиграем. Нет, я пойду, пожалуй, в соло. Под джанглю. Хорошо. Пойду порабощать Хардстоун. Нет, лучше иди приготовь. Окей. Как скажешь.